Чего? Там сейчас пирог не может никуда прицелиться. И стрелять куда-нибудь. Может, ему инженер нужен? Да, блядь, не знаю, что ему нужно, блядь. Погнали, погнали пушить. Да, да, все, погнали к пирогу, а потом дальше к этому... Вон, видите, беленький алтарь, алтарь небольшой, он к нему и пойдем. Алтарь? Ой, там, кстати, там внутрь не заглядывайте, там пиздец внутри. Просто не заглядывайте, я тогда видел. О! Бомбануло. Охуенно, пирог, молодцы. Так, я вижу патруль прямо перед нами. Давай займем камни, блядь. Расстояние где-то 150 метров, может меньше. А вижу. Вот прямо перед нами. Давайте распределяемся по камням, пацаны. Видите противников впереди от вас? Да, да, видим. Можете открывать огонь по ним. Еще на горизонте правее есть, если что. Че тут у вас, пацаны? Рэбл вернулся? Нет, все. Узнал. Че там мог? Куда смотреть? Наступают, мимо нас проходят. Назад. Блять, два чувака в упор, блядь, да стоял. Там в упор, целый отряд прошел мимо, направо ушли все. За камень. Там еще много-много людей очень. Они два чувака. Пирог, аккуратнее. Титанаки снимаем. Меня с рыбой что-то сняли. Что происходит? Пирог, вы живы? Живы? А что такое? Блять, какой-то взрыв был в вашем направлении. По вас с РПГ стреляли или еще что? Давайте, пацаны, зачищаем тут все. Все нормально, Фишер. Дурок. Мы вдвоем рядом с БТРом бегаете своим. О? Пирог, это вы рядом с БТРом своим бегаете? Противники прямо за камнями были, блядь. Мне не волнует, противники за камнями были или нет. Я тебя просто спросил, это вы за БТРом бегали или нет? Да, да, я не слышал, думал, почему вы... Окей, все нормально. Да, в общем, Рэбл хуярь по этой большой куче на дороге. Все можете открывать огонь по противнику. Все могут открывать огонь по противнику. На 340 противник.
Пирог, ты где? Идите на 30 со своими ребятами и зачищайте там место, блядь. Там, где ты сейчас. Там противники. Идите, убейте там всех. Слышал? На 30. Там здание и дым. Бери своих ребят и убейте там всех. Идите. Я слышал, слышал. Там просто ветер сильный, окно закрывалось. Окей, на 30, да? На 7 ровно перебегает дорогу. Пирог, если вам нужны патроны, вернитесь сюда, мы сейчас на ФОП собираемся ехать. Окей. Блять. Подвезите к стройке БТР, наверное, я не знаю. Ну, блять, мы уже подвезли, блять. У вас там нужны патроны вам или нет? Потом оставите просто там, если что, вернемся. Что? Как только к ФОБу вернетесь, на стройке оставьте БТР просто, мы брать. Если что, вернемся и возьмем патроны. Мы на БТРе поедем на ФОБ, потому что в БТРе патронов уже нету. Ну так закидайте за патроны, куда, блядь, что вы сидите. Пусть они забей, нам нахуй патроны не нужны, если что там руками душит, да. Ну, блять, все, поехали. Давайте садимся в БТР, блять, едем на ФОБ за патронами. Блять, пирог пусть там, блять, сам разбирается, блять, если ему патроны нахуй не сдались. Нету. Да, патронов у него нету, правда. За трассу сверху летит, блять. Ну это пирог с кем-то и воюет. Блять, я если честно даже не хочу этот БТР брать, хули от него толку, проще, блять, пару УАЗ взять. Пизда. Блять. Окта, мы сейчас остановимся колеса починить. Говно, мы тогда до стройки едем? Да, едьте до стройки, свяжись с пирогом, может, если им помощь нужна, едьте к пирогу. Пирог? Пирог, прием. Прием, разве это хуйня противника, подождите, сейчас не можем говорить. Сколько не стреляйте по нам, блядь, осторожнее. Блять, говорить не можешь? Надо же пиздец, нас везде противники нахуй. А так это, ты понял, где пирог? Что у вас там случилось? Глуши движок. Да колесо случайно об забор сломали. Пирог сейчас... где-то на... Блин, я пропал, блять. В общем, он... Вон они. А, ну да, вон они. Поехали к ним, может. Давайте на 30, там, куда я его послал в прошлый раз. Даже не на 30. А, ну да, на 30 с этой точки, там какое-то здание есть, поехали туда. Сидим здесь, мы не совсюду. Ну ладно, пошлите тогда к этой антенне. Идемте к этой антенне, там мы, в принципе, до нее чистые, как бы мы. Не кучкуемся, блять. Давайте вы, пирог, справа, ваш октоотряд где-нибудь слева, ну, левее подальше от них. Тихо, блядь, впереди от нас! У меня ракеты нет. У меня турбо есть. Давай, доставай. Направление, еще пусть зеленые шмаляют. Ой, красный пусть шмаляют. У нас нету ракет, у нас... Ровно на норс стоит, справа. Перелет. А я не вижу, блядь. Слева от нас, блядь, где? Вот эта хуйня стоит, блядь. Перелет. Бэкбосс. Клир! Пизда. Бэкбласт! Попал. Ну пойду. Попал. Вышла пехота, из него крюаут. Готовьтесь хуярить пехоту. Псло может перестать стрелять. Что-то пацифисты, что ли? Все, давайте подойдем к БМПхе поближе, посмотрим, что там.
бомбу. Давайте вышку ее дам. Брах, 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 брах. Пиздец, он подошел, смотрел нам. Смотрите, тут противники еще есть. Да, они... Караван, ты жив? Угу. Это он меня. Нахуй ты сюда привез меня? В смысле, нахуй? Слева дворог, справа дворог. Хотел бы привезти. Ну, блядь, прямо к противнику. Надо было, блядь, не знаю, прямо ехать, поближе к стройке. Ладно, что, блядь. Здесь, ладно. Ну, блядь, они-то они. Сейчас я на карту посмотрю, блядь, хоть пойму, где мы, блядь. Пирог, блядь. Не будешь перед УАЗом бегать? Чтобы пацаны, пацаны, короче, примерно на 20-30 на вершину холма поднимаемся и оттуда осматриваемся. Вы пирог пешкодралом, а мы на УАЗиках. Все мрази охуели, блядь. Караван, я вижу противника. На 50 прямо. Окей. Хочешь стрелять или что? Да нет, ты давай стреляй, я тебя направлять бы. Как на 15 раз стреляет с холма. Заебись, караван, давай, давай, продолжай. Он так быстро кончится. Черт, ты видишь кого-нибудь? Нет? Нет, прямо сейчас не вижу, за дымом как минимум один должен быть. Чуть-чуть левее дыма, а, вы стреляете уже по нему. Думаю, сейчас я отстреляю патроны и по это... Пойду, ну, брошу хавик, потому что он сам бесполезен тут. Все, пустой. Все, пустой? Да, 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 да. Мы тоже бросаем УАЗик, мы пустые. Давай к этим кустам, не стой на месте. Прямо перед нами пулемет. Горно на 5. Еще жив? Да, да, да. Так, караван, ты не выкинул Сачева? Выкинул. Блять, нам грач нужно уничтожить. Пацаны, пацаны, отойдите от ангара, я сейчас ёбну с ракетницу, уничтожу грач. Свои, блять, свои, ёбаны в рот, там за ангаром противники, блять, сейчас вас расстреляют. Ты делал, за что их убиваем, подожди. С другой стороны ангара сейчас высунется, пидор. Вот на вас, блядь, смотрит. С левой стороны ангара, а не с правой, блядь. Вот по вам стреляют, блядь, сейчас пирог, блядь. Отойдите от ангара, я сейчас по сушке выстрелю из ракетницы. Блядь. Недолет. Ладно, давайте, расхуяривайте. Определитесь там, кто будет стрелять, и расхуяривайте. Остальные пусть по сторонам смотрят, чтобы противники не зашли в тыл.